Поздновато для реставрации. Ворованная картина. Дорого стоит? 30 тысяч. Да? Это полиция, мадам, насчет кражи со взломом. Вверх ногами. Скорее всего, через крышу. И не очень ценное искусство. Я считаю, оборот составил не менее 250 тысяч евро за 3 года. Они столько стоят? Красивый бандит. Это разумно. Кто мог продать Мона Лизу? Здравствуйте, я полицейский, расследую похищение произведений искусства. Как захватывающе. Некоторые работы ваши. Возможно, ведь мои лучшие. Бертран, Шарль, мой отец и... Марк Бефроа. Шарль Берлен. Отведи меня к себе, мне интересно. Я живу довольно скромно, к тому же с приятелем. Загоните, брат. Пойдем. Этот парень, похоже, не знал, что ты тут вместе с ним живешь. Глупо получилось, я никак не мог ему сказать. Сван Арло. Я не против секретов, но я ненавижу вранье. Дженнифер Деккер. Вы вели расследование, есть прогресс? Нет, я ухожу на пенсию. Это не будет вашим первым провалом. Но будет последним. То дерьмо, в котором вы оказались. Не надо больше ничего делать. Красивый бандит. Фильм Лукаса Бернада. Добрый день. Где тут выход? Сюда. Спасибо. В кино с 15 августа.